Добрый вечер, мы из Казахстана. С 24 февраля пошел второй год так называемой спецоперации России против Украины. Это попытка развернуть историю вспять в темное прошлое. Очень плохая идея, прежде всего для самой России и для русского народа, которому столетия потом это будет припоминаться. Сейчас все обсуждают поставки вооружений, боеприпасов, шансы на военную победу сторон. Но почему-то мало внимания уделяется тому, что послужило идеологической основой для этой агрессии. Пропаганда воссоздания СССР, реабилитация сталинизма, пропаганда ненависти к иному мнению, ненависти к свободе, на мой взгляд, стала базовой причиной той широкой поддержки, которую получила данная агрессия в России. Это Алма-Ата. В этом городе с декабря 1986 года появилась первая трещина, которая в конечном счете расползлась по всей империи, породила новые трещины, в конце концов развалила Советский Союз. Но, как показывают события, развалила не до конца, процесс не завершен. И, к сожалению, Россия сейчас стала государством-террористом, которое не оставляет миру другого выбора, кроме демонтажа этой страны до победного конца. Империя должна быть уничтожена. Слава Украине! Вот что в Казахстане думают по поводу воссоздания СССР. Еще раз слава Украине! Алга, Казахстан!